Хотя прошлый год оказался непростым для разных отраслей предпринимательской деятельности, для Латгальской специальной экономической зоны и ее участников это время было вполне удачным. Число членов Латгальской СЭС увеличилось. Было заключено 12 договоров об инвестициях в регион. В свою очередь, 7 Латвии поддержал законопроект о новых видах налоговых послаблений. Относительно стабильным 2020 год был для сфер IT, технологий и производителей, ориентированных на экспорт. За 2020 год продолжалось поступление новых предприятий к нам на специальную экономическую зону. И сегодня уже у нас там 17 предприятий, заключено всего 34 договора. И рабочих мест, которые там будут созданы, в принципе, да, в течение ближайших 5 лет, это 243. И на сегодняшний день реально уже созданы и работают 133 рабочих места. В 2020 году руководству Латгальской СЭС удалось добиться двух важных решений для получения налоговых льгот, которые связаны со скидками 80% по уплате подоходного налога с предприятия и скидки до 100% по налогу на недвижимость. Теперь основанием для получения налоговых льгот стали также инвестиции в зарплату сотрудников на протяжении 2 лет. Кроме того, после принятия поправок на получение статуса участника Латгальской СЭС могут претендовать и те предприятия, которые не находятся в Латгале, или латгальские компании, имеющие филиалы за пределами региона. Важно то, что после участия в одном проекте Латгальской СЭС предприятия вновь подают свои инвестиционные проекты, так как видят выгоду для ведения деятельности с налоговыми послаблениями. В свою очередь регион получает новые рабочие места и развитие экономики. Почему 17 наших предприятий и 34 договора? Да? Потому что на каждый проект инвестиционный предприятие заключает договор. И это показывает то, что предприятие, придя один раз и начиная работать в режиме ШЭС, ШЭС понимает, что это просто, это выгодно, это эффективно, и приходит еще со следующими проектами. Ну и учитывая наши, в общем-то, ограниченные возможности финансового проведения маркетинга, они и являются одним из основных помощников нам по привлечению новых клиентов. Они делятся своим опытом с коллегами, и мы видим, как или с одного региона, или из одной отрасли, в общем-то, предприятия начинают приходить и работать у нас в специальной экономической зоне. Подробную информацию о возможностях Латгальской СЭС можно найти на домашней странице Латгальского региона планирования. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.